инфо, острые как соус чили. Новости в речитативе о России и о мире. Дино МС, СТ, куплеты стелят в стиле. Читаем между строк, и мы уже в эфире. Для меня было полной неожиданностью то, что, в общем-то, открыто это уголовное дело. Человек с веселой фамилией Дудка, бывший губернатор небезызвестной нам Тульской области. Вся эта история, к сожалению, не шутка. У наших чиновников совсем не осталось совести. СК РФ возбудил уголовное дело. 40 миллионов рублей размер взятки. То есть это ровно 1 миллион евро, за подпись которая, по идее, должна быть бесплатной. 13 уголовных дел с 2000 года против губернаторов, верных слуг народа. Скольких посадили, спросите, ни одного. Как-то все это грустно и совсем не смешно. Кто-то раскаялся, кому-то за давностью лет, кому-то условный и свободная дорога, а некоторым уважение, почет и респект за многолетнюю службу на благо народа. Народ не жаждет крови, люди хотят ответов. Эти факты кажутся немного странными. Выбрали бы других, но выборов-то нету. Зато у тех, кто есть, есть виллы в других странах. Неприкосновенность назначенцев из Москвы не нравится жителям всей остальной страны. Администрации, парламенты, силовики от простого народа бесконечно далеки. Команда своих не сдавала и не сдаст, годами пересаживаясь из кресла в кресло. Никто из них в отставку добровольно не подаст. Десятилетия у власти, примеры нам известны. Мы делили апельсин. Ой, блин, точнее, мы делили Минфин. Много нас, а он один. В аварийном состоянии нужен карантин. Субсидии студии отказал таки Минфин. Может, его спасет Володя, как союз мультфильм. Это только для ежа Евтушенкова и АФК система. Это только для чижа, для государства в открытом акционерном. Объединенная киностудия Ленфильм. Земля на Каменноостровском глаз мозолит сильно. Это какой-то новомодный русский стиль. Культурный рост, конечно, хорошо, только не прибыльно. Неужто только режиссеры Герман и Сакуров в этой стране радеют за кинокультуру? Писали Путину письмо пока безрезультатно, пока другие делят Ленфильма метры квадратные. И, кстати, про квадратные из этой же рубрики. Ленфильм, 21 век, домики, кубики, специально оснащенные, как обещают всем, но только поглощенные концерном SMM. Напомню всем, посольство Венгрии в Москве выкупил Вексельберг за 20 лимонов у Е. Ему зачем, если не в целях махинации, ведь он продал его потом уже за 116. Рэп-инфо теперь выпуском дюжина. Специальный гость Таха, давайте послушаем. Какой дурак вам скажет свою тему? Вы напугаете его чем? Беспределом, если я получаю нормально денег. Зачем мне воровать, если я не идейный? Индивидуальная профилактика. Вы чё стебётесь надо мной? Никого не трогал, шел домой. Такие речи будут выдавать, если всех подряд вдруг начнут принимать. Давайте начинайте с МВД, туда идут работать. Ведь все ради бабок, вы проведете. Ведите с ними парочку бесед и объясните остальным, взятки брать не надо. Чё за меры принудительных мер? Это типа пытки или что-то в этом роде. Например, есть те, кто боится уколов, а психологии бесит и ее природа. Поводом для принятия мер служить вам будут какие-то доносы. Как вот поступить с соседями тех, кто очень часто любит под соседи на поносе. Я, конечно, не Цой, но говорить я буду правду. Вы меня уж простите, народ прыгает на вилы. Хорош глумить Россию. Привет, Вове и Диме. Привет, Вове и Диме. Кому-то Вейрон Бугатти, а кому-то Верту. А нашим футболистам кайф поиграть с Аберто. Раньше не все могли, все же Реал Мадрид. Но деньги трансфер, теперь он капитан Анжи. Майка Анжи и Нашир, Кови Юрий. Он засиделся у Романа в футбольном клубе. Как говорится, старый конь не портит борозды. Пустую теперь Челси, скамейка запасных. Наши футбольные фанаты эмоции не прячут. И слышен свист трибун, лишь Юра тронет мячик. Баннер за деньги честь не купишь на последнем матче. Теперь, видимо, это он стоит купить задача. Спартак, Анжи, Лужники, город Москва. Хорошая игра без побоищ и драк. Анжи, Зенит, избиение наших фанатов. Провокация полиции, срывание плакатов. Дино МС, СТ, лови на видео. Новости, какими вы их еще не видели.